Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои любимые подписчики. Сегодня у меня две посылочки с AliExpress. Я так рада. Давайте будем открывать и смотреть, что же там пришло. Я уже разрезала, чтобы побыстрее было. И в одной вот посылке вот такая вот штучка. Штучка такая красивая, розовая, мягкая. А штучка эта... Это такая щеточка для того, чтобы мыть кисточки. Здесь вот она такая вот рифленая, и на конце такие вот интересные пупырышечки. Очень удобная. Сюда, наверное, можно вставить вот так вот пальчики. И вот так вот мыть кисточки. Давно я свои кисточки не мыла, мыла просто под проточной водой, так пальцами я их шевелила немножко. Теперь вот у меня есть такая вот вещь. Здесь еще что-то вот написано, такое непонятное. Так или так, вот так читать надо. Брусек, не знаю, простите, не знаю, некрасиво получится, если я буду произносить что-то неправильно. Но такая вот вещь очень хорошая. Во второй посылке такая вот бумажка лежит мне. Спасибо продавцу за бумажку, за эту. Все это закручено очень хорошо. И это мои пропавшие часы. Я уже их получить не надеялась. Собиралась выписывать еще одни, заказывать. Так, давайте же мы посмотрим. Очень интересные. Вообще очень люблю часы. Люблю браслеты, но часы люблю больше, потому что здесь два в одном. Они, конечно, стоят сейчас на предохранителе, потому что... А здесь... Как же они? А так вот они открываются. Сейчас померим. Померим. Очень хорошо такой вот, потому что у меня рука узкая, запястье, и мне всегда часы надо отдавать в ремонт. Так, и как же это вот так вот надо вот тянуть. И вот так вот. Вот. Чудесно, просто замечательно. Часы очень красивые. Посмотрите, здесь такие вот на них стразики еще есть. Такая под розовое золото сделан ремешок и переплетено такой вот шелковой ленточкой. На концах ленточки вот такие вот шарички. И закрепляется это все на шаричек. Обязательно закажу себе в розовом цвете такие часы. Очень красивые часы. Если вам понравилось, я вам ссылочку обязательно оставлю. Вот. Вот такая вот красота. Вот такую красоту я сегодня получила. Как я довольна. Наконец-таки пришли мои посылочки. Вот и все, мои дорогие. С вами была Галина.